Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, и это мой понедельничный подкаст по номерам 16 на канале Хардкорное прохождение от Михаила и не только, под ником DarkSpace306. С вами снова Михаил, и это подкаст я посвятил просто тому, что решил высказать свои идеи насчет развития канала вам, мои зрители и подписчики моего канала. И, во-первых, попросить всех подписчиков, которые посмотрят этот подкаст, написать комментарий к нему, какую игру, или точнее, по какой игре мне стоит сделать прохождение. Профессиональное, там, хардкорное, качественное достаточно. Стопроцентное, там, если есть возможность такая. Просто комментарий написать, какой игре вы хотели бы увидеть прохождение в моем исполнении. В том числе, во-вторых, так как я понял, что просто что последнее видео у меня очень мало набирает просмотров. Из-за того, что просто я, наверное, делал не очень качественное прохождение, профессионально не очень. Я решил перейти на, в общем-то, на новый формат. Еще один моих видеопрохождений игр. Делать более такие качественные профессиональные прохождения, то есть без смертей там, без этих, в общем-то, без затупов всяких, в общем. Когда я 100% знаю, как проходить игру. При этом буду как раз в этом прохождении показывать там всякие секреты, там, какие имеются в игре. Проходить ее 100%, если там есть возможность такая, то есть там вместо сюжетных. Точнее, кроме сюжетных квестов, можно проходить и дополнительные квесты, там, миссии. Искать всякие предметы коллекционные. Наподобие тех же вот этих символов в Assassin's Creed 2 или. И в том же Alan Wake, там, поиски этих страниц. Поиски всяких там, забыл называть штуки там были, ну и так далее, там подобных вещей всяких, знаков анархии, Бэтмен Arkham Origins, загадки Риддлера, разгадывание, ну вообще всякие там, чтобы там было интересно смотреть эти видео, в таком хорошем качестве выкладывать, делать, при этом я буду так выкладывать видео по 20 минут где-то, не больше. Просто заметил, что если выкладываю видео по 30 минут, там по 40, то мне просто звук отстает к концу видео очень сильно. На большой промежуток времени. Где-то на 3 секунды, там 4 секунды бывает даже. Так что лучше буду выкладывать по 20 минут, чтобы все нормально было с этим. То есть буду стараться делать видео хорошего качества, и видеоконтента, и аудиоконтента, комментарии, там звук из игры и так далее. Вот такая моя идея. Плюс еще. В-третьих, мне советовали, конечно, пройти игру, один подписчик советовал пройти игру GTA Vice City на 100%. Что там будет много просмотров к этому прохождению это набираться. Вот, возможно, конечно, эту игру пройду. Начну проходить 100% именно вот эту игру GTA Vice City. Либо какую-то другую, которую вы напишите в комментариях к этому подкасту, в том числе. Также еще. В-четвертых, скажу, что я решил сделать видео трех рубрик новых. Первая рубрика это ностальгия, назвать ее, посвященная прохождению, полному прохождению, профессиональному прохождению игр на старых игр на Sega, там на Dendy, на эмуляторах. Вот так вот. С показыванием там всех секретов, которые есть. Ну и там. Так вот. Вторая рубрика это назвать ее проверка на страх. Это, ну, такое вот видео, это не видео прохождение, а видео просто по играм старым всяким. Точнее, не по старым, а видео по играм, посвященным рубрикам всяким, там, точнее, не рубрикам. Видео по играм жанра инди-хорроров всяких там, мелких вот так вот. Ну и третья рубрика это битвы с боссами, то есть делать видео по всяким боссам, по тактике битв с ними, по вообще рассказывать, ну, о них, об этих боссах, их историю, ну и так далее. Вот такие мне, наверное, идеи. Так я решил видео делать. Может, надеюсь, что вас это заинтересует. Пишите в комментариях, что вы насчет этого думаете, насчет этих идей, вообще насчет всего, что я сказал в этом подкасте. А это пока что все. Увидимся в новых подкастах, в новых видеопрохождениях на моем канале. Хардкорное прохождение от Михаила не только.
С вами был Михаил. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, добавляйте избранные. Всем до скорых встреч, удачи и всем пока. До скорых встреч.